Три человека погибло и еще трое пострадали в результате крупного ДТП в Махачкале. Авария произошла примерно в 5 часов утра на перекрестке Петра Первого и Азизова. Как сообщают в республиканском ГИБДД, столкнулись автомобили «Мерседес» и «Лада Приора». Причиной ДТП стало превышение скорости и выезд на полосу встречного движения. Водитель «Приоры», двигавшийся по улице Азизова, выехал на перекресток после совершения маневра, занял свою полосу, и в это время со встречного направления, со стороны проспекта Расула Гамзатова, по встречной полосе двигался автомобиль «Мерседес», в результате чего и произошло данное столкновение. Удар был такой силы, что машину «Приору» откинуло назад на перекресток, его остановил только столб, на котором установлен светофор. Водитель «Приоры» скончался на месте. В салоне «Мерседеса» в момент аварии находилось 5 человек. Двое пассажиров иномарки погибли, еще трое, включая водителя, получили тяжелые травмы, их доставили в больницу.